motherfucker. Пройти через главную дверь. Васап, ребятки, у нас продолжение до фантастической игры. В общем, давайте взглянем на карту. Будем реалистами. Я заблудился, я не помню. А не, мы тут что-то открыли. Походу, мне надо стремиться сюда. В общем, и в целом. Swim, baby, swim. Слушай, ну я отсюда пришел, да? Так-то-то. Давай смотреть, где карта? Ну да, я отсюда пришел, да? Ты бежишь, она так руками болтает, такая... Руки вверх! Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Идите к транзиту с Акселем. Цель обновлена, ну, окей. Там написано «Идите с Акселем». Ну... И в чем проблема? Давай, чем встал? Я не намерен тут долго торчать. В смысле? Ты ж мне ключик отдал. Ты ж нихера не можешь. Удерживайте правую кнопку и жмите теперь на буковку А. Как все запущено. В общем... Та-дам! На тебя даже открытые двери не влияют, да? Ты все равно идти не будешь. Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Круто. Значит, встретили каких-то чуваков... Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Прикольно. В общем, каждый выживает как может. Я думал, все погибли. Надеюсь, про корабль ты не соврала. Погоди, сейчас лифт открою. Дай-ка я. Тут надо умеючи. Лаской. Ты ж просто тыкнул в две кнопки. Ну, чего ждешь? Жми на кнопку. А почему именно эту? Откуда она знала, что конкретно эта кнопка из этих всех кнопок Давай-ка будет той потише. Кнопкой? Мало ли на кого нарвемся. Давай ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Чудовище у них завело. Не охренеть. Че такое? Ты что-то слышишь?
Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Давай, чувак. О, этим ребятам лучше не показываться. Конечно. Иди за мной. Окей, пойдем. Дремо это делать. Они идут. Ну нельзя же так. Че, я не влазю, что ли? Вроде бы... Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки им не для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Окей, давай выживать. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх с человеком делает. Да уж поняла. Короче, все с ума ты подходили. Что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Да. Да у тебя тут ни хера нету. Что у тебя брать здесь? Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Где у тебя батарейки здесь? Фонарик, вижу, да. Давай уже одевай. Так рассматривай. Только не включай, где попало, а то нас заметят. Не, погоди, я сохранюсь сначала, потом мы пойдем. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Нажмите F, давай, чтобы включить фонарик. Это шахта – единственный выход. Найди ее. А у меня батареек нет. Что мне делать? Что делать? А что-то как-то не по себе. Да, у меня фонарик не работает. Что мне делать? Короче, что-то с управлением было, не так? Нам нужно что-то найти. Я пока точно не знаю, что, но нам что-то нужно найти. Он сказал куда-то пойти и что-то найти. Если бы сейчас знать, что мы ищем, было бы просто замечательно. Найти вход в вентиляцию, но... Аксель, это она? Погоди. Нашел. Я сейчас. Я знал, что она где-то здесь. Видишь? Я же говорил... Давай тогда полезли, но она сломана. Идем. Погнали. Лучше тут не задерживаться. Согласен, погнали. Я ж дальше тебя сам знаешь. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Как говоришь, корабль называется? Чей мой? Там кто-то есть. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли, лучше его не злить. Лично я бы не расслаблялся. Так. Так, теперь тихо. Ни фонарь не включай. Да у меня батареек нет. Я б с радостью, ты знаешь. Тихо ты! Окей, хорошо. Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Ничего, прорвемся. Их много, и у них пушки. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Класс. Окей. Последние запасы проверял. Ну я, а что? Ничего к рукам не прилипло? Так, включить генератор. Где-то вот в этой части. Он этого не говорит. Так. Я говорю, а ты поменьше говори. Пока у них заминка. За умного сойдешь. Идем. Надо проверить остальные запасы.
Так, вроде получилось. Они обосрались, я тоже. Сам взял издох? Там кто-то есть. Посмотрим. Все за мной. Так, сейчас они свалят. Это как понял Эйнштейн. Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Но вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал. Или крыса залезла и нажала на аварийное отключение. Крыса? Молодец. Хреновая должна быть крыса. Сюда. Ну, не знаю. Бегу, бегу, бегу. Потише, они еще рядом. Офигеть. О, вроде бы прорвались. Что такое? А, ты типа это, сохрани... Хорошо, я понял. Сейчас будет что-то серьезное. Ну окей, пойдем. Приключения!